многие родители очень сильно пугаются учебника Питерсона, потому что там много сложных, непонятных заданий для родителя. Но если ребенок, ваш ребенок внимательно слушает учителя во время урока, то, конечно, для него эта программа будет легкой. Вообще, взрослые от ребенка отличаются только тем, что у взрослого больше жизненного опыта. Поэтому, выполняя задания в этом учебнике, взрослые ориентируются на свой опыт и на свои знания, а дети ориентируются на свои знания.